Итак, обед для бусинки. Помидорка, папайя, яблочко, немножко вареной рыбки, листья салата, морковка. Девочки, это не как в ресторане, как вы думаете? Кушать подано, господа. Она еще спит. О, бусинка у нас вылезает. Ой, и тут же на дачу. Тут же на дачу забралась, на свою любимую. Видите, как днем она здесь, а ночью, как говорится, ну, ее ночью. Это для нее ночь была сегодня. Целый день спала, я целый день сегодня не видела, чтобы она вообще показывалась даже мне. Целый день. Бусинка, бусинка моя маленькая. Доброе утречко, это моя шлядька. Посмотри-ка, мама тебе тут ресторан устроила. А, белюлечка моя, давай закрою тебя. Давай выходи, пировать будем. Бусюленька моя. Она у нас домик себе устраивает и наверху, и внизу. Коттедж свой двухэтажный. Чего-то там копошится. Гулечка моя. Ой, везде дети, везде дети. Везде. Ой-ой-ой, выглянула, наконец-то. Принцесса у нас пришла. Ты посмотри-ка, мама тебе что? Помидорку, да куда ж ты понесла-то? Сиди в ресторане-то, нормально. Тебе официант подал столько еды, а ты понесла непонятно куда. Ну, видимо, ну-ка. Помидорочку ест, сидит. Ты там помидорку ешь, да? Бусинка, да я у тебя не отниму. Ты думаешь, Винсент придет съест твою помидоринку, а? Чего ты помидоринку-то не стал? Ой, не могу, не знаю. Ну, там нельзя оставлять, там вонять будет. Ты что, уж не хочешь, так дай я обратно положу, если не хочешь. Потом съешь. Не надо ничего прятать. Она, когда прячет еду, она начинает пахнуть. И, конечно, надо все потом выгребать, чистить. Вот. Бусинка проснулась. Проверяет свои владения. Не было ли никого, никто ли не сидел на ее стуле, никто не ел из ее тарелки, и никто не пользовался ее ложкой. Ой, и никто ли не спал на ее кровати. Ну-ка посмотрим, рыбку будешь ты есть или нет. Буся, бусенька, иди рыбку быстрее тебе дам. На. Может, с утра-то и не хочет. Только проснулась. Мы же не любим все завтракать с утра, но вообще она с удовольствием кушает все. Вот сейчас, видите, почему-то сухую еду она лучше ест. У нее когда настроение какое? Иногда вот сухую ест, иногда из тарелки ест, а иногда в тарелке сидит. Где твои манеры, Буся? Где твои манеры? А? Кукулечка моя. А у нас птичка сидит в гараже. Ты знаешь это? Ой, девочки, сегодня видео смотрела, как белка прыгнула в гнездо птицы, сажала яйца и птицу еще убила. Ужас просто какой-то. Я, знаете что, я ссылку скину под видео в комментариях. Посмотрите. Просто не для слабонервных. Что белки делают это вообще? Как я рада, что птички у меня здесь в гараже. Да, бусинка? Скажи, мы всех будем защищать. Пусть у нас они живут. Мы всех выкормим, выпоим. Вот. Винсент там смотрит телевизор. Винсент. А бусинка слышит, как там дяди дерутся. Да, Буся? Дяди дерутся, скажи, что он там смотрит. Ой, потягуськи мои, потягуськи. Ой, типа-тюти. А птичка наша просто балдеет в гнездышке. Ой. Так, у нас на улице идет дождь. Птичка у нас прилетела буквально почти до 8 часов. Вот буквально до дождя. Прилетела, гуляла она у нас где-то полтора часа, ее не было. Но теперь можно закрывать дверь в гараж. И что я скажу, завтра утром опять открою дверь, и уже пойдет она опять крылышками махать.
Вот такая у нас погода. У нас времени 8 часов почти. В общем, вот так. Дождь — это всегда хорошо. И я рада, что мамочка у нас вернулась, как говорится, домой. К нашим птичечкам. Ну, пока еще не к птичечкам, но я слежу целый день, когда вылетает, когда залетает. Ой-ой-ой. Вот так. Вы знаете, что у меня в комментариях задают вопросы, а как же вы будете уезжать с Винсентом куда-то и закрывать дверь в гараже, и как же птицы будут залетать? Так я вам скажу, что никуда мы не уедем, пока птицы у нас в гараже. Пока последний птенец не вылетит из гнезда, мы никуда не уедем. Или я буду уезжать, или Винсент будет уезжать. Но гараж у нас, конечно, должен быть открыт целый день. И закрывать его только можно будет на ночь. Также, когда птенцы вылупятся, мама уже не спит с птенцами в гнезде. Мама только утром прилетает и их кормит. Поэтому, когда у нас будут маленькие птенцы, мама будет улетать на ночь, и гараж будет закрыт. Рано утром я его буду открывать, и, значит, мама с папой будут их кормить целый день. Я вообще прочитала, что птенцы могут прожить без еды 24 часа. Но это как бы... Я прочитала. Это не значит, что они будут сидеть без еды. Вот. Но просто я раньше тоже думала, что они и день, и ночь должны есть. Оказывается, нет. Ночью они не едят. Они ночью все спят. Так что... Но это я ответила на вопрос, кому было это интересно. Вы посмотрите, как она мирно спит. Мамочка наша. Вот. Сидим в компьютерной комнате. Я тут занимаюсь, а Бусинка со мной бегает, смотрит, какие карандаши выбрать, какие фломастеры. Да, Буся? Девочка моя. Она у меня любит на постолику здесь ходить, гулять. Она никуда не убегает. Она такая у меня послушная. Но понюхать, конечно, она любит. Ой, любит понюхать. Да, Бусинка? Ну, маленькая моя девочка, иди-ка сюда. Вот, вот сюда, вот. Вот как она здесь у меня сидит. Ой, как она любит здесь по этому столу ползать. Малышка. Она так папайю сейчас ела. Ну, я уже не снимала, но папайю она очень любит. Я, конечно, не часто ей даю, потому что там сахара много. Но написано, что иногда можно им папайю. Так что я, может, раз, там, два в неделю ей даю. Она очень любит. Вот так вот. Чего там ты унюхала? Чего увидела? Ну-ка, давайте вот... Сейчас я ее взвешу. Сейчас покажу вам. Ну-ка, Бусинка, иди-ка, маленькая девочка, сюда. Смотрите. 130 грамм. А была 138, когда я опять подумала. Это вот...
Не смотрите у меня, это вот когда я готовила, тут у меня так осталось, не протерла я. Ладно, простите меня. Надо протереть. С Оксаной делали пирог. Бусюлик. Бусюнечка моя. Девочка моя слятенькая. Ой, какая холёсая. Ой, какая. Ну, она толстенькая, но что-то все равно. Не знаю, беременна ли. Еще осталось дня 4. Ну, хотя, не знаю, девочки, на 4 дня не похоже, что у нее тут какой-то живот. Хотя, вот, я говорю, один раз взвесила позавчера, и она была 138 грамм. Сейчас, видите, 130. А была 138. Может, за щеками что было, правда, да я не заметила, не знаю. Ну, в общем, такая малышка у нас. Загадочная. Вот и догадывайтесь, беременна я или нет. Жениха увели, так и не узнаете теперь, скажи. Долго она у меня сидела. Потом думаю, сейчас сниму видео. Видите, начала снимать, и она начала слезать. Беги, моя куколка. Беги, моя девочка. Ой. Ну ничего, вроде повеселела. На компьютере-то увидела чего? E-mail, что ли, тебе пришел от жениха? Повеселела-то. А, Буся? Ну да, да, да. Да. Ой, все, побежала, побежала. Все, на любимое поле. Ой, мы сейчас и в ванночке покупаемся. Вы слышите у нас какой кондиционер? Это жесть. У нас вот такой громкий кондиционер. Такого громкого кондиционера я не слышала ни у кого, наверное, только у нас. Ну, работает пока. Потом, конечно, придется менять. Но вообще он, это не кондиционер, это вот именно эти вот решетки. Вот эти решетки. Ой, блин. Как бы мне их... Вот эти решетки, вот они гремят от воздуха. Ужас. Вообще. Это Бусина любимая коробка. Вот жених приходил, прогрыз нам коробку. Такая была красивая. А теперь она у нас с дыркой. Жених вообще тут у нас перегрыз много чего, да, Буся? Скажи, я все игрушки так берегу, а он пришел тут, перепортил мне, скажи, все, да? Но эта коробка, видимо, пахнет до сих пор женихом. Она очень часто здесь сидит и нюхает всю эту коробку. Потому что он здесь сидел у нас тоже. Да, жених-то тут. Он что делает, видите, как она. Ой, кондиционер перестал работать. Господи, как хорошо. Иди в ванночку купайся. Вот твоя ванночка, любимая, иди. Она очень любит эту ванночку. Иди, моя девочка, купайся. Ой, нравится тебе песочек. Тогда, да, беги. Любит, любит, любит. Ну, не знаю, правда, сейчас будет или нет. Настроения, видать, у тебя нет. Что ты? Или нормально? Ну, вот все. Видите, как. Девулечка моя. Нет настроения у тебя. Она иногда прям тут так роется, роется, роется. Песочек-то он такой, знаете, очень нежный. Угу. Сейчас я у... напичкают мне комментариев. И опять крысу показываешь. Это для любителей крыс. Для любителей крыс и птичек. Вот. У нас же теперь... Смотрите, как свистит. Вот как она у нас. Песочком. Все? Все? Ужастик мой. Какая ты хорошенькая у меня ушастая. Господи, какая у тебя мордочка милая. Недаром тебя Винсент так любит. Все. Настроения нет очень долго копаться в этом. Да, времени у нас уже много. Я сейчас тоже пойду спать. И вот сейчас смотрю на камере на маленькую птичку. И вот все-таки думаю, она ведь понимает, что она сидит в гараже, что закрыта дверь. 100%. Посмотрите, как она спит.
Никакого у нее сомнения или какой-то там тревоги, вообще ничего. Эти же птички, вообще вот Carolina Wren, это крапивницы, они живут около 9 лет. И они же здесь постоянно у нас летают на задворках. И они, мне кажется, они нас уже знают. И, в общем-то, конечно, ну, не как собачки и кошки, но в любом случае они знают наш гараж. И, в общем-то, она знает, что она за закрытой дверью. Это так интересно и так приятно. Посмотрите, кстати, ссылку, которую я оставлю под видео. Что могут делать белки, вот эти вот милые-милые белочки. Конечно, это круговорот природы, но все-таки спасибо всем.